Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Замечательный испанский писатель Артура Перес Реверта, автор «Фламандской доски», «Клуба Дюма» или «Тени Ришелье», «Приключения капитана Алатриста», написал новый роман, своеобразный средневековый вестерн «Эль Сид» или «Рыцарь без короля». Главным героем книги становится рыцарь без страха и упрека, кастильский дворянин Сид Кампеадор, что значит «победитель». Прототип реальной исторической личности Родриго Диас де Вивар, полководец, политический деятель, герой многочисленных преданий, поэм, драм, трагедий, например, средневековой «Песни о моем Сиде», трагедии «Сид» Пьера Корнеля. Действие происходит в XI веке на Пиренейском полуострове, время жестокое. Суть зверских тех времен, венчанных лавром, непостижима тем, кто в них не жил. Чем больше глоток перерезал мавром, тем ревностней ты Господу служил, пишет Хосе де Сарилья в «Легенде о Сиде». Бесконечные военные стычки и битвы, реконкиста. Реверте не решил создать крупномасштабный образ Сида. Он пишет свою легенду, свою песнь о великом герое. С горсткой верных людей, изгнанный из родной Кастили, бывший главнокомандующий, поступает на службу к эмиру Сарагосы, воюет с Рамоном братоубийцей, графом Барселонским. Он неизменно отправляет кастильскому королю Альфонсо положенную вассальным долгом долю военной добычи. А еще он тоскует по оставленной в Кастилье жене Донье Химене и дочерям. Сид сарабского господин еще при жизни стал образцом бесстрашного рыцаря. Писатель описывает один эпизод из жизни героя, как Эль-Сид получил свой меч Тисона. Кстати, сегодня этот легендарный меч можно увидеть в музее. Роман Реверте выстраивает в привычной манере незначительные стычки, а потом эпическая битва. Между ними воспоминания Сида о своей выдающейся биографии. Разумеется, судить о тех далеких днях нам сегодняшним трудно, поэтому и понять службу какому-то королю, приравнивание насилия, грабежей, убийств к воинской доблести иногда просто невозможно. Однако смелость, верность, отвага и честь понятны в любое время, а Эль-Сид – это и есть воплощение этих прекрасных и, увы, редких сегодня качеств. Артура Перес Реверте следует главному принципу исторического мировоззрения – принимать и изображать своего героя вместе с эпохой, со временем. Писатель – большой мастер, и, несмотря на некоторые недостатки перевода, он воспринимается как певец родной Испании и как виртуоз слова. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».